А мне кажется, мы гостиницу проехали. Гостиница не работает. Межсезонье. Ну и чего, тут в межсезонье людей, что ли, нет? Все зависит от погоды. В это время года она не очень устойчивая. 2-3 циклона в месяц. Предупреждать надо. Ну, надеюсь, остров будет к вам благосклонен, Катрин. Это вы про погоду? Это ведь не совсем обычное место. Это последний город, в котором жил Лукас. Здесь он и остался, погребенный в пучине вместе с другими жертвами страшного наводнения. И лавка Родриго вон там впереди, которая упоминается во всех жизнеописаниях Лукаса. Слушайте, признайтесь, вы сами этот дом построили, чтобы завлекать туристов. Как вы могли предположить такое, Катрин? Посмотрите, это же совершенно аутичный дом. Столько переживший за 5 столетий. Извините. По правде сказать, выставок мы здесь уже давно не проводим. И туристов все меньше и меньше. Но значит, дело не только в межсезонье. И в нем тоже. И еще немного в финансировании. Нам даже пришлось урезать штат. Остался я один. И сейчас на острове? Никого нет. Почему именно Лукас, Херри? Ведь от него почти ничего не осталось, кроме нескольких картин и мистических жизнеописаний. Остались вы? Это несерьезно. Серьезно? Не я нашел его, а он меня. Расскажите мне про это. А то меня не покидает ощущение, что вся эта история с Лукасом – какая-то грандиозная мистификация. Лувр так не считает. И Прада. И вы сами. Та, которую Лукас обессмертил своим талантом. Спасибо, но это уже начинает надоедать. Все эти мантры о нашем судьбоносном сходстве. Зачем вы вызвали меня сюда, Херри? Это не просто сходство. Ее звали так же, как и вас. Да, да, и она была дочерью бургомистра. Да. Того самого, который пригласил Лукаса в город. Майстер должен был написать алтарный триптих для местной церкви. И он был написан. Помимо этого, Лукас создал массу картин. Разных картин. Пейзажи, натюрморты, жанровые сценки, портреты горожан. И все это богатство, все это творческое наследие до последнего времени считалось безнадежно, бесследно утраченным. Пропавшим вместе с городом во время наводнения. Что же теперь изменилось? Все. С тех пор, как вы написали мне. С тех пор, как я увидел вас и увидел левую часть алтарного триптиха. А центральная часть ее находится здесь, на острове. И я обязательно ее вам покажу. И тогда вы поймете, почему нужно было приехать сюда. Безотлагательно. Вы нужны мне. Катрин. Кажется, я уснула. Да. Простите. Долго я спала?
Нет. И извиняться не нужно. Сначала самолет, потом несколько часов до побережья на машине, потом катер. И ужасная болтанка. Нет, сначала ужасная турбулентность, потом болтанка. Вы в порядке? Да. Если не считать того кошмара, который мне приснился, его я точно не заказывала. Вам здесь не снятся кошмары? Довольно часто. Фокус в том, чтобы не дать им материализоваться и не выйти в реальную жизнь. Взболтать, но не смешивать. Бонд. Джеймс Бонд. Любите Бонда, Хэри? Нет. Конечно. Только Лукас Устрица. Только хардкор. Я приготовил ужин. Хэри, может быть, все-таки объясните, зачем я здесь? Прошу. Скажите честно, Катрин, это хотя бы съедобно? Вполне. О, спасибо. Жаль, что вы не застали Лизбет. Лизбет на кухне была богиней. Ваша жена? Что вы? Я убежденный холостяк. Лизбет Леннардс и ее муж Себастьян долгое время жили и работали на острове. Я не хотел, чтобы они уезжали. И даже несколько месяцев платил ему из своего кармана. Себе вы тоже платите из своего кармана? Не совсем так. Мертвый город Острео. Единственное место на Земле, где жизнь обретает смысл. И все это благодаря Лукасу Устрице. Помните, что я вам говорил? Не я его нашел. Да-да-да, это он подобрал вас. Где-то между Прадо и Лувром. Вы зря так иронизируете, Катрин. Примерно в то же время, что и Лукас, в Нидерландах жил некто Хенрик Артенсен. Рыцарь. Еще один фанат? Что вы, напротив. Хенрик был ярым ненавистником Лукаса. Он считал его картины порождением дьявола. Расхожий, но ничем не подтвержденный сюжет. Разве? А то, что произошло с господином Титовым? Это был несчастный случай. И вы в это верите? Между Алексеем Титовым и Лукасом Устрицей 5 веков. Эту пропасть не перепрыгнуть. Время не линейно, Катрин. И вы в этом еще убедитесь. Хенрик – мой предок. Его жена погибла здесь во время наводнения. А Хенрику и его маленькому сыну удалось спастись. И он задался целью уничтожить все работы Лукаса. Все, какие только найдет. С прибытием вас в мертвый город Острео!
Бергман, ты-то что здесь делаешь? Теперь вы поняли, кто такой Лукас? Я и раньше знала, кто он такой. Вопросов больше не осталось? Появились новые. Мне нужно кое-что показать вам, Катрин. Посмотрите. Для чистоты эксперимента все фотографии были сделаны с одной точки. Внимательно смотрите, что вы видите. Звери, так же, как и вы. Да, зверья. Но внимательнее. Он не статичен. Он словно поднимается из бездны. Это невозможно. Это же изображение, картина. Она не может двигаться сама по себе. Нет, может. Зверь поднимается из бездны. Я назвал этот эффект купель дьявола. Зверь поднимается, вырастает. И скоро вырвется на волю! Хэри! Перестаньте, пожалуйста. Я напугал вас. Извините. Когда долго общаешься с одним и тем же персонажем, невольно перенимаешь его замашки. Вы ведь остановите его? Что за глупости? Это не глупости. Всадник и зверь — две части одного целого. А третью часть должны найти вы. Я? Вы занимаетесь Лукасом 15 лет и знаете о нем все. 15 лет не 5 веков, Катрин. Вы ведь любили его. А может быть, он любил вас. В любом случае, вы должны его чувствовать. Как никто. Найдите ключ, Катрин. Какой ключ? Ключ, Катрин! Ой! Мне тут звонили, пропустила сообщение и звонок, ну надо же! Очень важное? Да не то чтобы важное, мои друзья объявились. Неожиданно просто. А они здесь неподалеку, в Амстердаме. Сама удивлена, мы давно не виделись. Не 5 веков, конечно. Но... Да. Завтра они улетают в Гану. Они там работают по линии ООН. Так что увидеться мы можем. Только сегодня. И это все они там написали, да? И это только часть. Вам верно нужно уехать. Было бы неплохо. Боюсь, не получится. Почему? Катер не работает. Совсем? Мотор старый. Боюсь, не заведется. Вы шутите? Нет. Я огорчен. Быстро вы вернулись. Катер не завелся. Я же вас предупреждал. Почему вы мне соврали, что не были в России? Я видела визу со штампами. Это вы мне соврали, Катрин, когда придумали истории про друзей из Амстердама и их звонок. Здесь проблема со связью. Разве я не предупреждал? Нет. Откуда вы знаете Ивана Бергмана? Ну, это известный реставратор. Он был здесь. Сейчас это не важно, Катрин. Сейчас самое главное — найти правую створку алтаря. Я вас прошу, помогите мне. Провались ты.
Какие новости, Катрин? Вы же видите, я пытаюсь. Херри, а что вы делаете, когда вам нужно связаться срочно с материком, а связи нет? Ну, для таких целей в гостинице есть рация. А что, вам самому рация не нужна? Нет. Вам она тоже не понадобится. Вы никуда отсюда не уедете. Вы опять? Я неправильно выразился. Конечно, вы уедете, когда поможете мне. Но душой всегда останетесь здесь. Кофе? Спасибо. Ты ведь здесь, да? Лукас не разбудил зло, как считал мой несчастный предок. Он просто поймал его в силки своих картин, а потом запихнул в глотку первому попавшемуся зверю. Зло всегда меняет живые существа. И любовь меняет. Я принес печенье и чай. Открывайте. Ну, это невозможно. А может быть, там и вправду тайник Лукаса? Тогда нужно это обязательно подробным образом снять на видео. И обязательно нужны свидетели. Меня вам мало? Я сейчас все сниму на телефон, ну или хотите на ваше чудо технику. Давайте уже. Снимаю. Ну! Это невероятно. Ой. Алло? Алло? Куда? Я сняла, сняла. Снегирь, алло? Ну ты везунчик вообще. Да нет, в плане, что дозвонился, здесь связь через пень-колоду. Да, ты-то меня везде достанешь, хоть из-под земли. Что? Что? Мой год. О, мой год. Хэри. Хэри, мне нужно срочно уехать. Прямо сейчас. Пожалуйста. Это невозможно. Я не знаю, как-то вы почините свой катер быстрее. Я вас очень прошу. Пожалуйста, быстрее, поедем. Хэри, прямо сейчас. Поехали, пожалуйста. Что произошло, Катрин? Жека, моя подруга. Помните? Да, помню. Ее не стало. Я разговаривал с операми. Разбойное нападение, не исключено, что кто-то из мигрантов. Множественные ножевые ранения. Последний удар оказался смертельным. При ней не было ни сумки, ни документов. О ком ты говоришь? Кэт. Множественные ножевые. Разбойное нападение. О ком ты говоришь? О нашей Жеке? Я говорю о Жеке, да, я говорю о нашей Жеке.
Этого не может быть. Нет никого живее и лучше Жеки. Но это есть, детка. Это есть, и нам придется жить с этим. Ее нашли на стройке. Помнишь, стройка в двух кварталах от ее дома? Нет. Я во всем виноват. Ты попросила с ней встретиться. Ты попросила, когда улетала в Голландию, помнишь? Да. Я бросил ладейное поле, приехал сюда. Привез деньги. 3000 баксов, Кэт. Сказал, что от тебя. Что ты продала коллекцию батька. Вот меня бы она не взяла. Ты же знаешь, Жеку, будет загибаться, но подачку не возьмет. Это из-за денег ее убили, Кэт. Потом, Лаврух. Потом. Сейчас помолчу. Пойдем. Очень хочется курить. Ты же не курила раньше. Сейчас, извини, по работе. Да. Екатерина, примите мои соболезнования. Да. У вас нет сигареты? Нет, но если нужно, я… Не надо. Я тут просто постою, подожду друга. Давайте я вместе с вами подожду. Катя, я понимаю, что это мало вас утешит. Это вообще не может никого утешить. Но я знаю следователя, который ведет дело вашей подруги. Он большой умница и настоящий профессионал. И я обещаю вам, что убийца вашей подруги будет найден. Обязательно. Копейки из них не возьму, даже если буду умирать от голода. Кто же тебе даст умереть, горе мое? Она плохо закончится, эта история. Вот увидишь. Мне важно выглядеть. О чем вы хотели со мной поговорить? Вот об этом. Это ведь ваше. А знаете, где я его нашла? На даче. У Жеки. Моей подруги. Ее больше нет, знаете ли вы об этом? Знаете, наверняка. А я вот не знала, что вы с Жекой были знакомы, хотя у нас с ней не было друг от друга тайн. Почти. Не лезьте не в свои дела, Катя. Не стоит испытывать судьбу, особенно если она так немилосердно выбивает тех, кого вы любили. Это угроза? Совет. Ради вашей же безопасности.
А если нет? Я предупредил. Я бы тоже хотела вас предупредить. Я знаю тех, кто ведет расследование. Поэтому не совершайте необдуманных действий против меня и моих близких. Екатерина Мстиславовна, добрый вечер. Нам нужно срочно поговорить. Выйдите, пожалуйста, во двор. Здрасте. Помните, я вам говорил, что следователь, который ведет дело Евгении Соколенко, мой очень хороший приятель. Да, вы говорили, что он отличный профессионал. Ну, одно другому не мешает. Дело в том, что открылись новые детали в этом преступлении. Я решил, что вам нужно об этом знать. Следствие считает, что это был не разбой. А что же? Предумышленное, хорошо спланированное убийство. Дело в том, что на одежде потерпевшей… Женя, Жеки, Евгении. А, да, да, конечно. На одежде и на теле Евгении было найдено достаточное количество ворсинок. Мы считаем, что это ворсинки от ковра. Нет, были найдены и другие улики. А, подождите, при чем здесь ворсинки? Следствие считает, что ее привезли на стройку в ковре. Убили ее в другом месте, но не там, где нашли тело. Где же ковер? Его не нашли, как орудие преступления. Ужасно глупо. Что именно? Ковер этот. Заворачивать в него человека. Нести куда-то. Как можно? Стараться просчитать все случайности и не подумать о случайных свидетелях. Они же могли быть? Да, конечно. И видеокамеры, они же везде понатыканы. В вашей квартире, в вашей галерее есть видеокамеры? В квартире нет, но в галерее, во дворе есть. И? Они давно не работают. Начальник охраны Титова, бывший, он ваш друг? Жайк? Да. Ну, да, когда-то давным-давно он был спарринг-партнером у одного моего приятеля. Ну, приятель тоже следователь. Настоящий профессионал по антиквариату. Жайк в боксе долго не продержался, ушел в восточное единоборство. Он настоящий мужик, профи. Это все, что я о нем знаю. Видимо, я знаю о нем несколько больше. Он был знаком с Жекой. Хотите, чтобы я с ним поговорил? Не знаю. Скажите, а дети Евгения, они где? Дети у меня. А, просто я хотел пригласить вас в кафе посидеть. Ну, так. Я сегодня уже сидела. Так, просто. Спасибо. Я пойду. Соловьева Екатерина Мстиславовна! Да. А, подождите, вы из органов опеки, да? Угу. Горлатова Инна Степановна и моя коллега Васюнина Надежда Викторовна. Очень приятно. Соловьева Екатерина Мстиславовна. Да. Несовершеннолетние Соколенко Лаврентий Дмитриевич и Соколенко Екатерина Дмитриевна. В данный момент находятся у вас. Да. Родственницы несовершеннолетним Соколенко вы не являетесь? Ну, как сказать, я ближайшая подруга их мамы и Катьку с Лаврухой. Знаю с самого рождения. В ближайшее время намерены подать заявление на опекунство. Похвальное стремление. Спасибо. Разве можно по-другому? Может быть, по-всякому.
Особенно, если женщина молода и одинока. А дети – это ответственность. Тяжкий труд. Я понимаю. Подавать на опекунство Екатерина Мстиславовна – ваше законное право. Угу. А мы обязаны изъять детей до тех пор, пока вы не решите все проблемы с опекунством. Так не пойдет. Закон есть закон. А если я не соглашусь? Ну, тогда… Будут привлечены правоохранительные органы. Что такое? Да по ним же детская комната милиции плачет. В таком случае я тоже задействую правоохранительные органы. И они будут более правоохранительными, чем ваши. Вы еще не знаете, с кем связались. Мы действуем в рамках закона, Екатерина Мстиславовна. В рамках того же закона я попрошу вас покинуть двор моей галереи. Ну вы же понимаете, Екатерина Мстиславовна, что мы вернемся. Понимаю, Инна Степановна. На выход. Пойдем, дорогая. Хамка. Ну что такое? Ну посмотрите, у меня там сзади. Испортили новый пиджак. Ну детей у нее однозначно надо забирать. Заберем, Надежда Викторовна. Бу. Хорошее местечко, я бы тоже здесь спряталась. Еще за ковром можно? Там лавруха. Он пихается. Ты нас не отдашь ведь, правда? Глупость. Отбой, кавалерия вернулась. Я тебе говорил, найдет. Ты плохо прятался. Дети, идем во двор. Никуда оттуда не уходим. А потом вместе идем есть мороженое. Ура! Чуть не убился, а твой ковер. Ну, не убился же. Ну, он не годится для твоей галереи. Годится, и это моя первая покупка. Я уже не говорю о том, сколько в нем пыли. На помойку такие раритеты надо. Чего ты привязался к этому ковру? Ну, раз уж мы похожи на образцово-показательную семью. Не похожи, Лавруха. Нет. Похожи! Значит так, сейчас едем в парк аттракционов и катаемся там до кровавых соплей. А это как? Пока дым из ушей не пойдет, ты понял? Я согласна. А тетя Катя? А тетя Катя спасает мир. И как закончит, к нам присоединиться. Пока. Вперед. Лавруха, ты мне нужен. Да, всегда-всегда. Но сейчас особенно. Поможешь с близнецами? Хорошо. Жду. Капитан, это Катя Соловьева. Ну, чего двери нараспашку? Чего, колониальную мебель, что ли, заносишь? Кэт, ты где? Что-нибудь надо объяснять? Сладкого хочешь? Твой любимый. Скажи, что это не ты. Скажи, что это не так. Жалко, что не я. Твой любимый. Все так. Все так. С ковром, конечно, прокололся. Как же ты мог? Убить ее. Сам удивляюсь. Ну, а что мне было делать? Ты же знаешь,
Жеку. Я думала, что и тебя знаю. Оказалось? Оказалось, нет. Что, сейчас самое время все рассказать? С чего начать? С Мексики беру. Ты даже писем не писал. А о чем писать? Про что? Про траву бога смерти Мictlantecuhtli? Не вы говорите, что это? Летучий яд. Сильнейший галлюциноген, наркотик. Ну, в зависимости от способа приготовления и некоторых растительных добавок. Еще ацтеки в этом рубили фишку. Но они ушли, потому что узнали о смерти все. Когда знаешь о смерти все, становится скучно жить. И как же ты развлекал себя? Черный рынок антиквариата. Я давно этим занимался, но тебе ж плевать. Именно там я познакомился со стариком Гольдманом, который трясся над своей единственной тайной страстью – дочерью бургомистра. Но он наверняка даже не осознавал ее реальную стоимость. Я всегда хотел разбогатеть, это естественное человеческое желание. Со стариком повезло, он вовремя умер. А вот Бекадоров… Нет. Не знаю как, но он каким-то образом узнал реальную стоимость доски. И это ты убил его? Я не убивал. Я его не убивал. Я его травил, так будет точнее. Все, что нужно было сделать, это обработать картину веществом и ненадолго закрыть этого дурачка в комнате наедине с ней. Я-то очень нежный. Боится сквозняков. Титов твой не был дурачком. Ну, кончил так же, как Бекадоров. Достаточно было просто шепнуть ему, что ты ждешь его в кабинете, обработать короб и ненадолго отключить кондиционер. Я слишком летуч. И это ты запер меня? Нет. Дух Франциска Ассизского. Ты же получил деньги, Снегирь. Большие деньги. Зачем надо было его убивать? Мне не нравился его статус. Вот это вот в отношениях женюсь, какие могут быть игрушки. Черт. Ты ведь даже не была против. Я ж тебе всегда говорил, ты так и не поняла, да? Я всегда тебя любил, сколько я себя знаю. Я тебе 100 раз об этом говорил. Ну, тебе плевать. Ведь это наша детская шутка, Снегирь. Не для меня. А Жека? Жека просто оказалась в ненужном месте в ненужное время. Она увидела меня у кабинета, когда я снимал респиратор. Ну, не знаю, может быть, не поняла или уехала еще до смерти Титова. Но потом сопоставила все и вызвала меня на разговор, голубиная душа. Вот сюда. Предъявила мне свои кроткие обвинения. Думаешь, тебе все сойдет с рук? Не сойдет. Меня вычислят, вопрос времени, но… Знаешь, в чем самая интересная штука? Через 3 часа у меня билет на самолет в Мексику. И билет в один конец. Ты ведь со мной не поедешь. И молчать не будешь. Вот что самое печальное. Ну, как-то по-дурацки все. Жека мастер испортить жизнь. А ты мастер причинять боль. Надо что-то с этим делать. Yeah!
Спасибо. Катя, ты как? Нормально. Почему ты мне ничего не рассказала? Почему? Я любил ее. Я полюбил ее сразу. Мы познакомились на той вечеринке, где погиб Алексей. Я учил ее играть в шахматы. Она знала, что я люблю ее и всегда смогу защитить. Но почему она промолчала? Она бы осталась жива, понимаете, Катя? И все сложилось бы иначе. Совсем иначе. Понимаете, это детская дружба. Самая чуткая. Самая крепкая. Ее невозможно обнулить, она не сгорает. И представить, что человек, который всегда подставлял плечо убийце, это выше человеческих сил. Представить такое, все равно, что предать. А Жек, в принципе, была не способна на предательство. Она хотела разобраться. Вот что. Это ничего не объясняет. Что бы там ни было, я не знаю человека лучше, чем она. Я тоже. Смерти Миктлантипутли? Не вы говорите, что это? Летучий яд. Сильнейший галлюциноген, наркотик. Ну, в зависимости от способа приготовления и... Честно говоря, Катя, я даже не знаю, плакать мне или смеяться. Вы неисправимы, совершенно неисправимы. А чего же, я уже встала на путь полного и окончательного исправления. Либеральная пресса скоро сообщит об этом. Впрочем, нелиберальная тоже. Не сообщить толком, кто к вам придет, и сказать, возможно, вам это будет интересно. Вы действительно считаете произошедшее интересным? Я считаю его неизбежным. Катя, вы неисправимы. Вы совершенно неисправимы. Вы знаете, что в последнее время я постоянно думаю только о вас. Представляю себе, что именно вы думаете. Да нет, не представляете, потому что я и сам не мог себе этого представить. Я привык думать о вас. И не хочу отвыкать. Лукас. Гоу. Вот и все.